это был хит, который реально потеснил на тот момент большинство западных хитов, шлягеров с дискотек. Он написал эту песню для сына, когда сам почти не пел, связки надорвал, чуть не лишился голоса, но как будто вопреки в 37 лет все же покорил сердца миллионов. И о папе маленького мальчика, потерявшего собаку по кличке Люси, узнала тогда вся страна. У меня было уже много песен написанных, и я чувствовал, что эти песни будут волновать. И я настолько в себя верил, что мне это просто снилось. Как я выхожу на край сцены, море людей, там сотни тысяч, они какую-то мою песню поют. Я так этого хотел, что вселенная прогнулась под мое желание. Мои мысли, мои сны, словно искры зажгут эту ночь. Эскадрон собирал стадионы, грамм-пластинки выходили немыслимыми тиражами. 30 миллионов копий и всенародная любовь. Я вас ждем в Советском Союзе, сделан я. Он и в музыку пришел по любви. Выпускник высшего инженерного морского училища. В училище музыкальное поступил, чтобы девушек покорять. Днем учился игре на гитаре, вечером выступал в ресторанах. И я понял, что в Калининграде, насколько бы я не был бы популярным там, да, все-таки Калининград город не такой большой, и страна меня не услышит. Значит, нужно найти самую высокую телевизионную вышку, залезть на нее и оттуда. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море. Для отца это его стихия. Он выходит на сцену, и он владеет залом в этот момент на все 100%. Ай-яй-яй, ясные дни, оставляю себе. А я в глубине дни, возвращаюсь у тебя. Полвека Газманов уже на сцене с неуемной энергией. Он продолжает делать сальто во время своих выступлений и каждый день отжимается по числу прожитых лет. Сколько мне сейчас лет? Мне же 70 будет, да? Голос поколений, которые знают и любят, а песни, что подпеваем, это он написал. Белый, белый, белый снег, ветер за плечами. Это не про нас. Все эти юбилеи, все эти годы, нули, это нас не касается. Наше дело вперед. Будь здоров, будь счастлив, будь весел. И даже сегодня в свой юбилей он будет на сцене. Большой концерт в Светлогорске на берегу Балтийского моря. Именно там Олег Газманов отмечает свой 70-й день рождения.